Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о видеодомофоне GuardiMax V2. Он имеет 7-дюймовый TFT цветной дисплей, а также тач-панель, с помощью которой можно установить настройки. Сверху обнаруживается довольно простая кнопка включения, после чего можно отрегулировать звук, звонок, яркость, контрастность и цветность картинки. Основным плюсом этого домофона является возможность установления до 4 различных мониторов, а также 2 вызовные панели и 2 дополнительные камеры. Запись видео и фото происходит на SD-карту. Рабочий температурный режим от 0 до плюс 40 градусов. В комплект поставки входит провода, кронштейн, провод для питания и инструкция по эксплуатации. Спасибо за внимание!